Вот такая вот, ребята, сцена тут будет. Смотрите, сколько экранов. Да, ребята, всем привет! Здесь так шумно, приехали мы на шоу Бонсиком. Вон написано, что это новогоднее космическое шоу Бонсика. Вот такое вот красивое. Но здесь очень шумно, много народу и много ростовых кукол, да? Пойдем смотреть ростовые куклы? Пошли, пойдем. Там вот, впереди. Вон, ребята, сам король, ну... Делать аквагрим. Аквагрим? Пошли посмотрим, какие там очереди, и посмотрим, будем мы делать аквагрим или нет. Пойдем? Пошли сразу посмотрим. Вон король Норд. Пошли. Можете пойти на пятый этаж, там уже работает флешмоб. Бомбсиком едете, поднимаетесь по эскалатору, и там уже можете танцевать. Хорошо, спасибо. Вот, смотрите, ребята, сам король Норд, все ребята фотографируются. Пошлите искать других остальных гонщиков. Пойдемте. Пошли. Пошли, вон, смотри. Пошли, вон, дальше гонщик. Пойдем, пойдем смотреть. Пошли. Пойдем? Пойдем. Ребята, вы с нами? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите, к нему тоже очередь, чтобы подойти. Мы пошли, мы так его поснимаем. Пойдем? Желя, вот это фокусы, да? Хочешь так научиться? Желя, у нас давай, спасибо. Ну что, круто? Понравились фокусы? А? Это класс! Вот так вот, понравилось? Наверное, да. Ты так и не поняла, как это происходило, Эля? Расскажи, что тебе больше понравилось, монеты или шарики? Про что больше понравилось? Про поняла, монеты или про шарики? Я не поняла, чего здесь шарики. А как у тебя в волосах монетка была? Скажешь, ну-ка, давай под мешок. Да и что там монетки? Короче, ты в шоке, да? Ну что, пойдем дальше искать бонсиков? Вперед! Какие-то инопланетяне фотографируются. Пойдем. Я не знаю, может, это вообще пятый бонсик? А, это же банан. Посмотри, это же банан. Видишь?
Как его зовут? Бен. Это же Бен. И все с ним фотографируются. И вот такая вот очередь, чтобы с ним пофотографироваться. Да? Не будем стоять? Эля, кто это? Черри. Это Черри. Эли и Арсений решили посниматься. Эля снимается со своими подписчиками. А мы сейчас пойдем еще дальше искать других бонстиков. Да, Эля? О, скоро начнется. Ребята, столько всего здесь продают. Столько всего интересного. Всякие ростовые куклы. Дискотеки, зоны всякие интересные. Сейчас пойдем все смотреть еще для вас. Иди там, сюда, у Эли встреча с подписчиками, фотосессия. Вот такие красивые получатся у нас фотографии. Что, понравился мем? Вот такое шоу здесь начинается. Раз, два, три экрана. И сверху посмотрите, сколько еще экранов. Эля тут уже попкорн топчет. Смотрите, ребята, сколько тут людей. Какое количество. Смотрите. Вау, и тут вон еще наверху написано бонстики. Бонстики, смотрите, сколько народу, просто, просто не сосчитать, сколько людей, классно. Ну что, будем смотреть шоу, возможно, еще во время шоу немножко вам поснимаем. Новым годом! Это так здорово! Нам очень нравится, как дети празднуют Новый год на Земле. Мы хотим точно так же. Вы нам поможете? Да. Ребята, давайте громко позовем дедушку. 3, 4. Нет-нет, король Лот меняет цвет на мороз. Значит, Дед Мороз уже совсем близко. Давайте еще громче позовем его. Без моей команды. Безобразие. Ой, а что случилось? А где Дед Мороз? Случилась катастрофа. Кто-то похитил все сказки. И если их не вернуть на волшебную ель, то она погибнет. И все наши любимые сказки навсегда.
навсегда забудутся и исчезнут из нашей вселенной. Так, какие версии? Кто мог их стащить? Мурзель! Я все понял! Это Дед Мороз! Точно он! Сказки забрал и сам смылся! Что вы? Дедушка Мороз добрый! Его самого похитили! А? Экипаж по местам. Эля, понравилось? Было интересно? Так давайте праздновать Новый год! Всем, кому понравилось! Ставим лайки, подписывайтесь на канал Элина ТВ. Всем пока! Пока-пока-пока! Смотрите нас на канале Элинка ТВ! Бонстики, сказка волшебная.